Андрей, как вы считаете, Черкасский сбор трейсеров 2010 проходит успешно? Да, несмотря на то, что приходят разные представители непонятных культур. Николай Голуб, как вы думаете, вам нравится черкасский сбор трейсера 2010? Ну, довольно-таки хороший сбор, много людей. Да, есть, что вам нравится больше всего? Корсар, я его люблю. Тихо, тихо, все!